Hi, good morning. Hello, can I help you find a seat there? A seat? 51. 51B? Okay, down this way. Welcome. Oh, thank you. Oh, дай бог, чтобы были свободные места. Моя коллега, девушка со скрипкой. Что-то я засомневалась насчет свободных мест. Ну, может быть, у меня будет свободно. Посмотрим. Наушники раздают. Я включила фильм посмотреть, попала на мультфильм, и самолет так долго просто ехал, не взлетал, что я даже успела выспаться за это время. На соседнем сиденье у меня была соседка, женщина с Голландии, ехала по работе. Потом нам принесли завтрак. Я выбрала себе френч-тост с беконом. В общем, с беконом. Какой-то сладкий соус рядышком. Потом круассан. И в маленьком лоточке это были фрукты свежие. Ананас, дыня, клубника. И еще там похожие на тыкву, но сладкая. Мне понравилась вкусная еда по сравнению с прошлым разом. Мне все было невкусно, а это как-то необычно получилось вкусно. Потом, кто смотрел фильмы, кто спал, такой немножко приглушенный свет был. Мне удалось поспать за весь полет, может быть, часа три с перерывчиками я спала, потому что в аэропорту я всего лишь 3 часа поспала тоже. Потом приносили снэк, напитки со сладкой выпечкой, печеньем. На тот момент я как раз проснулась, а полета еще много оставалось. И чтобы еще немножечко расслабиться и заснуть, взяла бокал вина. Такое вкусное печенье с шоколадом принесли. Пью с красным вином. Вкусно. Final garbage disposal is at your disposal. We'll be landing shortly. Thank you. Atlanta. Als je probleem kunt verzorgen voor het vliegtuig bij de meter verkeerd en een teken studium is afgeschakeld. Wees wel zeker dat het bagage wacht naar op naast bagage dat ze wel niet verschoven kunnen zijn. Hi, thank you. Hi. Мы вышли с кондиционерного самолета, а тут уже как парилка. Вот это сейчас будет у меня сауна. Паспортный контроль. Начинаю понемногу разбираться. Сейчас на поезде еду до гейта A27. Welcome aboard the plane train. Please hold on. This train is departing. На поезде еду в аэропорту. The next stop is for E-Gates. E as an echo. В Атланте. Вот. А, с 19 по 34 и стрелочка в сторону, значит туда, куда-то. Вот это вот в такой толпе надо разобраться, куда. Боже мой, это тут перекусы. Здесь можно покушать. А мне искать мой гейт. Стрелочка туда. Где моя стрелочка? Сейчас еще по новой.
посмотреть. О, прямо. О, еще далеко идти. Этот аэропорт еще больше, чем в Амстердаме. Вот мой. А, 27, стрелка вперед. О, боже, какой здоровезный. Вон самолеты. Ну, мне еще далеко. О, 21 только. А мне до 27-го идти еще туда вперед. Ну, тогда придется мне возвращаться в эту толпу, где я только что была, чтобы что-то перекусить, потому что здесь уже одни гейты, ничего покушать нету. Ну, мне, в принципе, не покушать, мне что-то выпить, потому что меня укачало плохо, что-то мне пока садился самолет. Так, вот, еще идти, он 25-й, ну, уже не скоро, недалеко идти. На поезде уже проехалась. Слава богу, по стрелкам прошла. Я уже собралась опять плакать. Я уже чуть было не расстроилась. Одна мне стрелка наверх завела, а там, оказывается, просто какой-то ресторан. Ну, я тут же спустилась, пошла проверять эти стрелочки. Вот уже 26, значит, где-то рядышком 27. Ага, рядышком. Еще далековато идти. До 20. А, вот, вижу. Вижу уже 27. Сейчас. Вот мой гейт. А, 27. Сейчас надо разобраться, где тут. Это вообще-то туалет. А вот, вот он. Наконец-то. Мне еще сидеть тут 9 часов, так что теперь можно гулять, только не заблудиться поблизости от своего гейта. Вот рядышком можно и что-то найти мне выпить, чай с лимоном хочу. Ну что, немножко расскажу о полете. В общем, я летела в Амстердам, Атланта, в воздухе мы были 9 часов с чем-то. Я думала, что 8 часов 50 минут, а оно 9, ну, в общем, почти 10. Думала, на час меньше, чем я летела в Сиэтл, оно примерно одинаково. Но я хочу сказать, что мне не так уж и сложно мне было это перенести. Как-то я и спала, или из-за того, что я ночью вымучилась, не спала. И меня то вырубало, и я так засыпала, так раз, и плевала часто головой. В общем, во сне провела, наверное, часа 2 или 3. И там с перерывчиками. Потом смотрела фильмы, кушали там, угощали нас, угощали, кормили. Ну, еда такая легенькая совсем. В общем, ну, я там уже, наверное, показала. Не знаю, как я там видео буду свое строить. Так что вот это единственное, что под конец меня укачало, когда садился самолет. А так все нормально. Мне как раз многие писали, спрашивали, какой же у тебя будет полет, через какие ты города будешь лететь, и сколько стоит билет. Ну, билет я еще раньше писала, говорила, сколько стоит. Оно примерно те же самые цены и остались, плюс-минус от $1000 до 1300, 1500, там, кто какой рейс найдет. В общем, у меня получился, конечно, рейс такой, что долгие ожидания, но, может быть, даже оно и к лучшему, потому что если сразу с самолета в самолет, это тяжелее. А так я как-то на земле поотдыхала немножко. И потом вот этот 9 часов легко так вынесла. Я помню, когда мы с Америки летели, мне так было тяжело, я не могла дождаться, когда же они уже закончатся. Боже, у меня и ноги отекли, и все так плохо мне было. А сейчас вот, или привыкаю, я уже не знаю, что это такое. Так что вот это у меня был такой перелет. Вроцлав, Амстердам, Амстердам, Атланта, Атланта, Эль-Пасо. И в Эль-Пасо меня встретит Дональд на машине, поедем в Лас-Крисос. Я до Вроцлава там с приключениями ехала. Я говорю, прям западло, некому было меня отвезти во Вроцлав. Руслан, это Лилин муж, возил деток у них, Ангелина и Филипп, к лор-врачу, там они записались, а там же, а в Польше, вы же знаете, если записываться там за пару недель, за, наверное, за 2 или за 3, именно это число было.
а он повез их к врачу. И меня уже выручала Леночка с Маргошей. Вот у меня видео есть, что я у Маргоши была в гостях, и с Леной мы там кофе пили. Так что спасибо большое, Леночка, Маргоша, Володя. Володя, муж Лены, меня отвозил на машине с Маргошей вместе в Жары. Посадили на поезд, нашли мне поезд, помогли, все. И так что спасибо вам большое. Дякую барзо, Маргоша, и Лена, и Володя. И потом случилась непредвиденная ситуация со мной, о которой я расскажу в следующем видео.